Привет, как дела? У меня все так отлично, что я сейчас просто взорвусь от радости. Знаешь почему? А ты мне лайк на видео поставил. Вот с такого хрена я взорвусь от радости. 55-й день рождения Джека! Что же будет? Сегодня день рождения Джека, но подарки ему не нужны. Им нужна еда, так что накормите его как можно скорее. Итан должен умереть, была зубодробительной шнягой, которую я так и не смог пройти. Но я пробовал пару раз, но серьезно я еще не пытался. То есть, знаете, чтобы серьезно, там вообще вот все по красоте, это я не делал еще. А вот 55-й день рождения Джек запускаю впервые, первые впечатления. Не видел, не знаю вообще, что меня ждет. Описание, скажем так, максимально расплывчатое. Не знаю, это симулятор готовки из Нэнси Дрю, наверное. Будем надеяться, что нет. Здесь кнопка выйти. Не, начать вечеринку, конечно же. Очень странно, такое ощущение, что они хотели это выпустить отдельной игрой. Гостевой домик. Мини-игра, в которой вам надо как можно быстрее доставить еды голодному Джеку. Постой, а что делать надо? Так, Б это 9 минут. Получается, в минуты? Посмотреть рейтинги на ранет. Ну давай. Не, не хочу это долго, сейчас грузиться будет полчаса. Ну давай. Накормите Джека, принесите Джеку еду и накормите его. Чем быстрее его накормите, тем выше будет ваш рейтинг. Блин, подавился херней, который на столе лежит. Вот эти кишки. Обратно счет можно временно оставить, атакуя, убивая противника. Убивайте врагов быстрее, чтобы сэкономить время. Берегите предметы навыка. Взятые с собой предмет навыков улучшают ваши способности, но не набирайте слишком много, иначе вам не хватит места для еды. Окей, запечатанные двери. Так вы одолеете определенных врагов. Сегодня 55-й день рождения Джека. Чтобы отпраздновать это событие, семья приготовила особое угощение. Но недостойный старик Джек требует еще. И тут появляетесь вы, ищите вокруг еду и несите Джеку, чтобы утолить его голод. Там и сям припрятаны всякие вкусности. Собирайте еду и несите Джеку, чтобы покормить Джека. Я читаю, Джек, завали ебало. Извините, я суматерился, я не хотел, просто Джек что-то меня раздражает. Собирайте еду и несите Джеку. Чтобы покормить Джека, выберите еду в рюкзаке. Каждое кормление повышает показания счетчика сытности. Для победы доведите показания счетчика до максимума. Хорошо. Нормально все. Правило. А, окей, это правило. А что это такое? А, и вот ему надо класть еду, окей. Понял. Джек, как дела? Блин. Джек, ты в порядке? По-моему, с тобой что-то не так. А, постой, то есть в этой комнате я могу осмотреться. Самый интересный еще кубок с пультом. Куколка. Можно пойти туда. Но, правда, там что там будет? Там ничего быть не может. Мы играем за Мию, получается. Окей. Это, скажем так, интересный опыт. Вы готовы? Как я понимаю, когда мы пройдем, начнется... Да, я готов. Начать. Она сказала с такой живостью в голосе. О, парень, здорово. Я, наверное, пойду. Ладно? Мне драться, кстати, нечем. Чёрт, здорово. Мёрт зайти еду, где чёрт возьми, да? Получается, лучший ранг, это если я найду еду за минуту, а какого хрена я знаю, где она? Специи, окей. У, еда! О, здравствуй. О, блин, они в шляпах! Все, несем Джеку еду, что-то мы на С не успеем. Ну ладно, я просто пытался понять, как это работает. Постой, можем получить время? Не, они просто исчезли. А пистолет, кстати, дается время. Ну ладно, несем еду. Все, на С мы не успеем. А может, я смогу убить доп время? А, вот оно как работает. А, теперь понятно. Окей, ну это первый мой пробег. Я, скажем так, еще только не разбираюсь. Так, окей, объединить со специями. О, господи, какой он прожорлив. Насытили. Ему нравится. Ладно, погнали сюда, что тут будет. Мне интересно, вообще, что тут можно найти в принципе. Только специи. Блин, мне что, специями его кормить? Are you being fucking serious? Ладно. Уйдем отсюда. Нет!
Дверь в обратную сторону не открывается. А, открывается. Мало, да ща приду, мужик, жди. Это не открывается. Джекуль, ща приду, минуту. Обоставь, что можно отсюда взять, мне интересно? Здесь можно хранить пасту, серьезно? Я могу взять дробовик и патроны? Золотой ломик, золотой бластер? Окей. Интересно тут у вас. Получается, надо было изначально взять что-то вот такое. Окей, все, я понял. Так, дешевое шампанское. Парняга пусть лежит, но пистолет, получается, дает больше времени, что ли? Не знаю, что-то такое. Окей, а держи вино. А мне интересно, его можно класть специи? Он будет их есть? Чёрт, а он будет есть специи? Или нет? Он будет есть и специи! Поистине всеядная тварь! Надо было изначально взять дробаш, понимаете? Мы изначально себе усложнили задачу. Ну ладно, это был первый трай, чуваки, это нормально. Первая попытка всегда такая интересная. Что-то еще есть, просто я пытаюсь в принципе понять, где можно что-то найти. Ну, думаю, мы Не, нам мы уже не успеем. Не, мы не успеем. Ну, в принципе, хотя бы пройдем. Я хочу увидеть, что будет. Я хочу просто узнать. Ну, черт возьми, прикольный режим. Мне очень нравится. А учитывая местное управление, он становится немножко сложнее. И скоро ему специи. Ты наелся? Чёрт, Джек, сколько тебе надо? Сколько ему нужно, чтобы наесться? Господи. Он не ненасытная тварь. Просто сколько ему нужно? И опять же, да, дробовик надо было брать изначально, а не потом, как сделал я. Чё-то у меня паник. Что делать? Спасите. Что вообще происходит? Где еще еду взять? Стой, ну а чем его кормить? Реально, чем мне кормить Джека еще? То есть я могу понять все, но где мне взять еду для Джекульки? Я и без понятия. Стоять! Тварь отвали от меня. Черт возьми, ну эти твари отварят. Где еду взять? Вопрос в том, где мне взять чертову еду? А, немножко пальчик. Порезать, бывает. Просто серьезно. Ну серьезно, здесь нету и больше еды нигде. Опа. Типа уклонились. Постойте, точно, мы тут не были. Вот оно где. Знаете, чуваки, а я недоволен. Хочу перезапуск. А, почти-почти. Я несу еду, папаш. Минутку. Черт, на S мы не смогли, конечно, но ничего, потом. Почти, буквально 10 секунд. Ну тоже ничего. Ха, я тут пару секретов раскрыл. Что же, вы они сейчас тоже узнаете. Фу, бонус ко времени. А постой, бонус ко времени. Награда за ранг С. Предмет навыка защита 1 и предмет навыка огневая мощь. Просто с пистолетиком немножко тяжеловато. Пистолет вообще не очень оружие для выбивания времени. По сути, весь секрет в том, чтобы тормозить время, используя оружие. Исполнительная зона 1, предмет навыка ясновидения будет добавлено. Окей, награда за ранг, бонус времени, окей, тоже хорошо. Мне интересно, что значит бонус времени? То есть это дополнительное время для меня или как это работает? Я пока не понял вот эту идею. Господи. А, окей, все норм. Я запал. Так, окей, есть гостевой дом, а что у нас не открыто? Испытательная зона, ну-ка давай ее испытаем. Сейчас я вам покажу все секреты. Ух. Оу, Люк, это новая локация. Что тут у нас есть интересного? Джек, как всегда, недоволен, но дико хочет жрать. Прям как я сегодня тоже ничего не ел, понимаете? Так, у нас снова минута, ничего не поменялось. Новые указания? Получишь навыки.
Я понимаю, что такое навыки, спасибо. Я знаю, что летсплейщики в большинстве случаев похожи на тупых обезьян, но я не такой тупой, вы смотрите, потроше. Пистолет брать бесполезно, в принципе, потому что, смотрите, бонус времени, учить бонус времени, кого попадать, окей, возьмем. И снайпер за это видеть скрытые предметы, тоже возьмем. Черт возьмем. А тут нельзя увеличить рюкзак? Кстати, можно. А что дает мазохист? Мне стало интересно. Дает бонус времени, когда на вас напали. Черт, то есть, если меня покусали, мне еще и бонус. Так, не понимаю, что это значительно увеличивает силу. Ну нафига мне силу атаки? Мне время нужно от атаки, а не силы. Идея это в том, что время получать, а не просто тупо жать. Вот эту локацию я плохо помню. Дом-то все помнят. Сюда нельзя. Так, где интереснее? Мне кажется, здесь будет попроще немножко. Дробовик заряжен? Ты заряжен? Топ-топ-топ, погнали. Начать. Так, окей, тут что-то есть. Вообще, я бы чувствительность стика повысил, потому что поворачиваться на таком стике немножко долговато. Привет, парень! Ха, тормознули время на 10 секунд. В этом, кстати, и прикол. Вот тут предметы скрытые. К сожалению, дверь заперта какого-то хрена. Опа, вот сейчас тут будет еда. О, если его убить, то откроется дверь, окей. Я вас понял. А что с ним делать? Почему он... А, все, вроде открыться должен, да? Окей, идем. Открывается дверь. Так, о, блюда взяты. Идем, идем дальше. О, черт, хватит застревать-то, а? Идем, у нас еще есть место в инвентаре. Набираем еще. Что-то ты еще живой, что ли? Нет. Уу, по-моему, тут можно все это смешать. Опа, ладно, возьмем горшок. Специи взять не удалось. Ну и ладно. Еще страшного из этого не получится. Отстрелили, засранцы. Я думаю, сейчас назад придем. Да, кстати, мы просто круг сделали. Нет, чувак, жди, жди, Джек. Ничего страшного. Сейчас я тебя покормлю. И кассу сгружу. Инвентарь. Еще что специи не взяли. Огромная кастрюля вкусности. Чёртовы кишки. И блюдо, к сожалению, без специй. Ха-ха, он доволен. К сожалению, S мы вряд ли сейчас выбьем. Убежал какой-то парня. Теперь голубой замок. Все-таки я думаю, S реально выбить только с прокачкой. То есть, если реально так накачать жестко перса своего. То тогда будет можно по нормасу выбить себе S-очку. Кстати, пистолет. Тоже классная вещь. А, вот еще! Он удваивает время, которое ты получаешь. А, время, которое у тебя уже было, сорян, ошибся. А то есть ждать не нужно, пока он поляжет, понятно? Значит, я зря этого ждал. Патроны в утиль. Окей, так, вот смешать нужно. О, хотя, вели не нужно. Наверное, я все-таки специи выкину. Их нельзя выкинуть еще, возьму. Что за бред? Вообще я не могу их смешать с блюдом. Со свежими фруктами значит нельзя. О, все, подобрали все, что надо было. И что-нибудь еще есть? Я думаю, ну, внизу что-то есть ценное? Нет, получается, только здесь как что-то. Вино, по-моему. Есть его куда взять? Нету. Ну-ка, время, 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 давай! Погнали назад. Я надеюсь, я правильно делаю. Время, время, время. Пожалуйста, не нужно новую лужу. Не знаю, Джек наестся этим или нет. У меня такое чувство, что ему будет мало и придется идти с добавкой. На самом деле, со второго раза здесь в разы проще. Ну и прикольный режим. Правда, я не знаю, как смотреть его, чуваки. Напишите в комментариях. Но играть в него дико прикольно. Пивко. Постойте. Надо... Блюдо надо подспайсить. Делать его повкуснее и поинтереснее. Пойдем по новому проходу, в котором мы еще не были. Так, у нас есть специи.
Нам нужны пистолетные патроны. Ну да, придется, кстати. Нож, пистолет возьму. Нет, я дробовик сейчас разгружу, возьму это. У нас еще есть шанс справиться на... Ай, почему-то все в касках, ну это вообще смешно. Смешной режим. Что-то в нем есть, такая, знаете, харизма от разлитого особой смеси. Не знаю, почему я не могу замешать со фруктами. Вот все это шняво. Немножко странно, как по мне. Пистолет нам пока не нужен. Пистолет не нужен. Идем вперед. Открылась дверь. Опа-на, еще гостинцы. Еще харчи. Харчей много не бывает, как известно. Я думаю, пора бежать назад и... Ууу, здорово. Хочешь помочь мне скоротать время, Бэмби? Убийство дает 10 секунд, походу. Прикольненько. Приседай нах... Постой, а что тут? А, путь назад. Ничего больше. Джекуля, я покушать тебе принес, братишка. Да-да, да чё ты, терпи. Злой такой. Ой, их можно смешать. Фрукты можно мешать с пивом. Посмотрим, что они будут давать. Чувствую, Джекуля сейчас норм будет. Зашло, молодец. Я не знал, что мешать можно. Все, отъели, откормили, засранцы. Дальше, играем дальше. Да, играем дальше. Пока что у меня S не получается. Но опять же, у нас просто нет нужных предметов. Ударная сила. Этап, главный дом один. Быстрая перезарядка. Но это не нужно, бонус времени. Вот это я бы взял, бонус времени мне нравится. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, keep it coming, как говорит Джек. Больше давай. Ну, нам тоже хорошо, главный дом. Окей. Тоже интересная локация, как мне кажется. Мне кажется, это все идеальные режимы для стримов. Такое ощущение, что Capcom такие посмотрел. Что любят стримеры? Они любят челленджи. Давайте. К сожалению, мы пока стримить не можем. Мне еще не сняли ограничения. Это очень грустно. Так бы я обязательно все это дело постримил. К сожалению, ограничениями так и пока не сняли. То есть я подал апелляцию. Пока ни да, ни нет. То есть не окей, мы ее снимаем. Не окей, мы вам отказали. Так что все пока что вот так. Не волнуйтесь, скоро снимут. Это было странно, мне даже мама сегодня написала, спросила, здесь сняли ограничения на стримы. Тот момент, когда мама смотрит твои видео. Причем внимательно. А, где Джек? А, Джек вроде... А, вон Джек, смотрите, вон он там. Нам нужно затариться. Что берем сегодня? Дробовик, наш стандартный друг. И стал еще больше. Ясновидение берем, потому что так ускоряем, значит, значительно увеличивает силу атаки. Ну, силу атаки, ну нафига, то есть я и так нормально справляюсь. Увеличивает бонус времени, когда вы попадаете по врагу. Окей, я такое хочу, а бонус времени Б. Если вы убили врага. Что-то нормально. Ну, понимаете, будем бегать нормально. А расширить инвентарь вообще никак что нельзя. Кстати, циркулярочка открывается в какой-то момент. Так что, чуваки, ждем ударный, видите, дальше уже оружие. Если когда мы пройдем главный дом, откроется, во-первых, золотой ломик, потому что ниже, чем нас, не пройдем вообще никак. Ну, в общем, черт, чуваки, круто, крутое все открывается. Сколько у нас слотов? Давайте, кстати, разместим еду. Давайте все вот это дело сейчас разместим повыше, потому что иначе у нас будут проблемы с тем, что еда не лезет. Так проще, я не знаю, я не очень рассмотрел, а еда влезает вот в эти слоты. На всякий случай лучше эти освободить, потому что она 100% лезет. Сколько у нас слотов? Давайте запомним, чтобы не попасть в просак. И у нас их 8-10, 10 слотов для еды. У меня такой голос веселый, господи, это даже пугает. Постой, тут есть проход? Нет, я потратил несколько секунд своей бесценной жизни. Вот я лох. Ладно, идем. И где бонус? Алло, не понял. Аптечка? Нахрена мне аптечка? Что я с ней делаю? Не понял. На всякий пожарный. Что же заблочено? Что все залочено? Что же делать-то? Гараж может хоть открыть. Ну, чуваки, надеемся на гараж. Нет, гараж тоже заперт. Ну, что за бред? Все закрыто. Все нафиг перекрыли. И что мне делать? Какой-то бред. Ну, блин, а что, как быть-то? И это не открывается, да? Что же делать-то?
Может быть, где-то что-то тут откроется. О, вот наконец-то зеленый. Вот тут, знаете, ты реально сейчас сомневаться, что у тебя получится пройти уровень на... Хотя на S тут даже время отведено порядочно, потому что пока многие двери закрыты. Но многие закрыты одними и теми же замками, правильно? Значит, в принципе, все должно нормально пройти. Где зеленый замок был? Вот этого я, кстати, вообще не помню. Фига не трачу, если не буду. А, вот оно, фух, я думал, назад придется идти. Пистолет мне потом нафиг не нужен. О, да, вот они в ванной спрятали все вкусности. Ох, Маргарита, чертовка. Попрятал все по ваннам. Патроны пистолетные. Больше ничего тут ценного нет? Ладно. Идем, что-то патронов больше. Мне такое ощущение, что мы не кормить Джека пошли, а на войну, если честно. Поеду на войну. Вот это красота. На войне мы повеселимся. Я стреляю дважды, потому что не вся понятно. Вообще добил, не добил. Где-то здесь еще секретная штучка есть. Иду, иду, Джек, заткни там свое мурло, я занят. Тебя кормить, блин, такое себе удовольствие. Извините, что я бываю игру, просто Джек что-то давит на меня. Я не люблю, так на меня оказывают давление. Мне неприятно, понимаете? Мне неприятно. Я как приятный Ильдар, я люблю, когда мне приятно. Понимаете? Приятно. Вот, туртик! Нет, нужно подобрать все, чуваки, а сахар. Мы можем засахарить торт, и он сожрет его, а просто обделается от радости. Лежишь? Я за тебя очень рад, парень. Все парни лежат, нужно торты посмешивать. Окей, сахар. Пиво ни с чем нельзя смешать, черт возьми. Это, конечно, прискорбно. Дешевое вино ни с чем нельзя, черт возьми. Что-то все очень плохо. А нельзя выкидывать вещи определенные? К сожалению, нет. Придется ему все скармливать. Придется назад бежать. О, здравствуйте! Подзарядчик, подзарядчик. Тут по огнеметам сейчас пройтись. Почему Маргарита мне мешает? И да, мы играем за няшку Мию. За няшку секси... О, черт, возьму другую сторону. За няшку сексиашку Мию. Кто и любит Мию, ставьте лайк, чуваки. Кто считает Мию просто потрясающей героиней. И всю игру мечтал увидеть с ней какую-нибудь откровенную сцену. Нет, я не мечтал, нет. И у меня жена вообще-то есть. Давайте мы специи скоро захочу, чтобы он чав плюнул. Может, понимаете, ему все бонус идет какой-то определенный. Ладно, идем дальше, мы не все выручили оттуда. Но это еще не все, наша лотерея продолжается. Есть ли у нас шанс выиграть S-ранг? Ну, вообще, шанс всегда есть всегда. Так что, надеяться стоит. Ну-ка, может, с чем-то можно смешать? Вот с чем. Сытное блюдо. Окей, тут что-то еще есть? Нет. Я думаю, со второго раза все проходит все проще, потому что ты уже как бы вообще точно стопроцентно знаешь, что у тебя ты можешь вот как бы это и это сделать, и у тебя все получается. Мне кажется, со второго раза оно всяко проще. Ну окей, окей, пойдем вниз, вниз теперь. Ща придут же, Куля, терпение, друг. А что это такое? Красный? Сейчас завалить проход в подвал. Ой, нихрена я быстро теперь стал. Ладно, придется бежать назад сюда. Хотя не хочется, конечно. Побежали. Опа, 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 па. Очень жаль, но все хорошее, когда кончается. Ух, сколько все на кухне вкусного. Ну-ка, мешаем. К сожалению, нельзя замешать. А специи? Можно.
место, где... Опа! Здорово! На самом деле, эти монстры, они уже на этой стадии игры не пугают. Это такой просто... А, еще один. Где? Окей. Еще один есть. Что тут? Гильза. А, кстати, гильза. Гильзы нам нужны. И сюда застраивается. Окей, возьмем шампусик. Нет, шампусик уже нельзя. Давайте посмотрим, что вообще можно взять. Что вообще можно объединить, взять и просто скрафтить. И с перчиком. Дешевое вино. Пистолетное, это какое-то уже не дешевое. А чего я не могу его взять? Места недостаточно. А сколько тебе надо места? Два, что ли? А как мне? Что-то печально, взять не можем. Оно крутое. Я взял дешевое вместо этого. Ну, твою-то мать. Бывает. Дальше идти, я думаю, смысла нет, потому что нам просто места не хватит. Чтобы все это перетащить, да, люди? Да? Идем назад. Давай, Джек, сейчас накормим тебя, стрекорб. Иди сюда. И, постой, нет, я иду к тебе. Да, да, иду. Все, несу к тебе еду. Что-то возьми, мне кажется, мы и на ранг, может, не пройдем. Хотя хрен его знает, может, получится. Чуть-чуть осталось докормить, чуваки, буквально ёшку. Просто тут нужно знать вообще, куда идти, где брать лучшую еду, понимаете? Смысл как бы в этом, а не просто в том, чтобы Джека накормить. Как вы думаете, давайте мы просто вино возьмем, вот дорблю. Я думаю, ему хватит, потому что он там почти уже наелся как бы. Пропустите. К сожалению, не могу с вами подраться. Клиент ждет. Вы же понимаете, это как Додо пицца. Если не доставлю вовремя, заказ за мой счет. Естественно, я этого не хочу. Я хочу заработать. Идем, идем, идем. Почти, почти, почти. А, я хочу. А, мне нужна циркулярка. И еще прочие няшности. Да, 300. Надо было сразу вино взять. Ну, хотя мы все успели как бы. Это было трудно. Ну, такое, знаете, уже напряжение. Дальше? Дальше. Предмет стойкость. Ну, мне это не нужно. Гостевой домик 2. Предмет навыка скорости будет. Да, окей. Золотой ломик. Золотой... Давайте возьмем золотой ломик. Посмотрим, что он дает. Ну, почитаем, по крайней мере. Это просто против врагов. Это лом Гордона Фримана. С его потом и кровью. А сколько вообще тут? О, постойте, тут немного. Давайте все пройдем, как бы, чего тянуть. Испытательная зона 2 и главный дом 2. Мне кажется, почему бы и нет. Гостевой домик, окей. Тут немного, я думал, тут будет больше зон. Я думал, там болото еще будут всякие. Нет, тут на самом деле очень, ну, мало как бы. Ну, относительно, конечно. Тут такая тема, получается, в чем разница. Гостевой домик 1, S-ранг, дается за 14 минут. А здесь тот же гостевой домик, только время намного меньше. Я немножко не понимаю, а в чем прикол? То есть у меня совсем мало времени. Ну ладно, то есть это единственная разница? Я просто запустил, увидел то же самое, подумал, так, окей, в чем разница? Так, хорошо, нужно тщательно выбрать все. У нас всего лишь получается максимум 5 минут. А лучше всего за одну управиться. Ну, вопрос, там успеем ли мы? Дробовик. Гильзы. Но при этом у нас все мало. На поверхность нанесена специальная краска. Стоит дать кого-то, и он вспыхнет как факел. Давайте пойдем с ломиком. Может быть, нам не обязательно идти с дробовиком, а? Может, ломик будет хорош? Так, ясновидение для ускорения. Быстрый бонус ко времени, кого попадаете по врагу и ускоряет перемещение, но ослабляет защиту. Нормально меня полностью это устраивает. И бонус... Если вы убили врага, я вот даже не знаю. Золотой бластер. Не требующая перезарядки. На уровне главный дом 2. То есть тут нужно все пройти, по сути, и дайте выйдут кучу всяких бонусов, и там можно S-ранг пытаться выбить. Но я понял логику игры. В принципе. Ну, тут ничего сложного и нету. Давайте я сейчас запихаю все эти вещи. Давайте рискнем, пойдем с монтировой, считай. Тут не в голову, а просто попадаю. Окей. Окей, ладно. Давайте посмотрим, быстро бьет? Ну, относительно. Ладно. В какую бы сторону начать? А давайте начнем. Ну, я не знаю, нет, тут мало всего. Туда ходить вообще лучше не стоит. О, да, мы реально быстро стали ходить. Ладно, пошли, рискнем.
Нормально, полностью устраивает, офигенная вещь, не жалею. Я знал, что беру. Патроны, патроны, да чё у вас тут еды так много? Курятинка, опа, а что там? Специи. Там что-то за стеной, что ли, есть? Или где это находится? Там внизу какая-то еда есть. Давайте рискнем, рискнем. Я знаю, по времени сейчас можем проиграться очень сильно, но... Потому что лестница это очень сильный замедляющий фактор. Ну а вдруг там торт какой-нибудь или шампанское Шато Мордан, Шато Мордано, от которого он просто с ума сойдет. Пистолетные патроны. Там рискуем. Кстати, оно быстро убивает, но, по-моему, время замедляет слабее дробовика. Ну, мне так кажется. Давай, опа, 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 пробивается. О, нихрена себе! Нихрена себе, я слабаком стал. То есть, по сути, я теперь вообще полумертвый. Первая смерть за все время. Лучше дробовик взять. Что-то эта скалка золотая мне не нравится вообще. Я думал, что с ней, наоборот, будет быстрее и проще убивать противников. Хрен там. Не-не, она ужасная. Это проблема вот именно в этой штуке. Что мы ее взяли, я думал, она крутая. Она крутая, но... Она бонус маленький нам дает. К тому же бонус ко времени все-таки взять стоит, потому что разница есть. Возьмем это, гильз. Ну, правда, гильз очень мало. То есть мы, ну, не сможем много врагов убить. С другой стороны, тут и врагов-то немного. Так что, окей, огневая мощь. Я возьму, наверное, вот эти бонусы. И скорость возьму. Можно, кстати, перевесить вот защиты. Но, блин, мы и так набрали тут до хренища всего. Меня это как бы уже напрягает, что мы много вещей взять не можем. В карман. Окей, давайте в эту сторону пойдем. А, стой, ясновидение-то у нас есть? Есть. Давайте рискнем еще раз, еще попытка. Постой, пройти нельзя, чуть-чуть потратил время. Значит, тут замок. Кто бы знал, кто же знал, что тут замок? Ладно, давайте попытаемся просто пройти. Не на S, а просто вот именно пройти проходняк. Тут еды нет. В комнату. Что там в комнате? Просто медикаменты. Господи, это так обманывает. Понимаете, ты думаешь, что ты сейчас нарвешься на что-то вкусное для Джека. Тушеное блюдо, ладно, это уже хорошо. Че ты здесь? Ай-яй-яй-яй! Ни хрена не вижу! Видимо, скорость все-таки я зря взял. Пробежавшись еще несколько раз, я понял, что здесь нужно действовать иначе. Я взял стойкость, так как враги реально сильнее. Я взял бонусы, оба бонусов, и побольше оружия, потому что реально враги действительно вызывают некий пот, скажем так. Что же, попробуем теперь с моей новой раскладкой пройти. Тут разница действительно огромная, то есть вот как было раньше, здесь как будто ты играешь на высокой сложности. Так что здесь имеет... Черт, вечно застреваешь вот на углах, потому что эта игра очень чувствительна к углам. Там еды нет, мы это знаем. Я не взял ясновидение, так как тут маленькая лодка, и тут, в принципе, она не нуж... оно не нужно, учитывая столько других нужностей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, господи, мне больно. Сейчас опять они все отреспаунятся, или я ошибаюсь? Только один. Господи, я вроде отключил телефон, вечно звонят. Ну, я пройти смогу? Что-то и где? Где? Ни хрена не вижу. Черт! Спока, я вообще ни хрена не видим. Я не могу, я так нервничаю, я не могу стрелять больше. Я не могу нормально стрелять, господи, у меня нервы на пределе. Что-то получилось, господи, завалил еще и бонус, смотрите, какой королевский схватил. Ну-ка. Револьверчик еще подобрал, или что это? Ну, какая-то фигня, короче, мощная. Злая. Ну, сейчас еще подлечиться надо, потому что здоровье у меня там прыгучий засранец снял, ну, приличненько. Это такой лайфхак, чуваки. Хотите быстро полечиться, лейте на себя боярышник и блок ставьте. Быстрое лечило. Окей, все, разгружаемся, чуваки, разгружаемся.
Где фуру с лайками разгружать? Прям на канал Евгений Рус. Блин, еще бы добавки какие взять. Давайте рискнем. Красно. Черт. Что же делать? Как же быть? Куда идти? Как быть? Все, идем вперед, чуваки. Мы справимся. Магнум выкидываем. А его нельзя? Блин, что за бред? Я не пойду, он занимает миллион слотов. И вообще, это неприятное оружие. Так, окей, придется выкинуть магнум. Один патрон есть, пистолет. Фулл заряжен. Окей, сыр. Можно теперь будет замешать что-то вкусное. Можно, кстати, торт с сыром сделать. Это, конечно, такое торт с сыром. Это, ну, скажем так, не для, наверное, слабонервных. Пошли сюда. Кстати, да, мы вот в этой комнате еще не были. Но тут ничего нет, так что я сюда не пойду. О, вот оно. Вот где магнум на самом деле бы и пригодился. Че, чувак, ты знаешь, что такое умирать? Выучил, наконец-то, новое слово. Так, главное побольше попаданий, чуваки, даже если не в хэд. Даже если не в голову, главное попадать. Правило Resident Evil номер 22. Попадай куда угодно. Кстати, да, урон запоминается, то есть, если ты не сразу добил и ушел из области, все равно норм. И это прикольно. Сахарок. Я, конечно, не лошадь, чтобы сахарком питаться, но... Понимаете, ты сделаешь все ради выживания, верно? Черт возьми, даже не знаю, у меня патронов еще нет. Я сейчас иду на верную смерть практически. Может быть, сразу просто сказать, я умер. Возьми, я зря сюда пошел. Мне нужны патроны, хилка, вообще полностью надо снарягу собрать. Мы не пройдем. И Гэндальф даже будет не нужен, чтобы пройти. Не пройти, не дать пройти. Окей, идем, все, назад. О, назад, иди взад! Нормально. Справляемся. Ща, минуту. Кушай. Все, почти, осталось чуть-чуть что-то найти. Вообще, копейки. Аптеку сильную возьмем. Блин, а патроны где? Почему? Ладно. Возьмем золотой ломик, это отложим. Патроны, кстати, надо было взять пистолетные, вообще-то. Это вообще прям жесткие ограничения накладываются. Налагаются. И, как видите, пройти все-таки можно. Ну, блин, не, нам уже не пройдем. Ну, груз, но первый раз вообще, это вот эта жесткая локация, кстати. Вообще, даже не локация, а режим. Сам режим жесткий. То есть я не ожидал, что так жестко могут сделать. Я думал, все будет так легко. Просто будет новая сейчас локация, какая-нибудь там испытательная зона, например, какая-нибудь. Новая район испытательной зоны. Запретный. Ай! Они, по-моему, все сейчас толпой стали гореть. Блин, похоже на гэнг-бэнг. Уйдите отсюда. Специи, соль. А что это мне даст? Я же не буду солью со специями кормить. Черт возьми, я так и знал. Я вообще откинулся в кресло, потому что, знаешь, напрягает на тебя пруд какие-то твари. И ты просто вшиваешься в кресло. Тяжело. Я решил пойти в подвал. У меня куча оружия, и я могу себя защитить. А также вас, чуваки. Я защищу всех. Я чертов Супермен. Не знаю, что так долго, чувак, бывает. Это все Дональд Трамп. Он во всем виноват. О, нет! На самом деле, в них довольно выгодно выпускать кучу патронов, потому что время экономится. Ни хрен. Блин, тут не жидкость, знаешь, да, осушили тут, слава богу. Такая. Бай-бай. Ну да, без патронов тут идти, это, конечно, самоубийство. Ай! Черт тебя за ногу! Самый неподходящий момент, впрочем, как и всегда. Друзья... Живы есть? Нет?
Черт, не хочу обниматься! Черт возьми, эту тварь захотела пообниматься. Ладно, все нормально. Твою его мать! Непроходимый уровень. Окей, я в подвале, где еда? Я же сюда не зря пришел. Где? Такое ощущение, что что-то вылупилось, но... А! Жирный! Да он нас одним плевком может убить, по идее. Но время стопится, так что можно и пострелять. Но он, слава богу, не атакует. Почему, да? Наконец-то успокоился. Чёрт возьми! Ой, господи, как будто одного было мало. Там, о, там за углом оружие стоит. Классно. Рискнём, рискнём, рискнём. Где, где, где? Вот он. Ах, доберись ты! Оно, во-первых, убойное, во-вторых, убойное. Что-то любовь не такая уж сильная. Господи, он еще и взорвался. Фух, я ее забыла об этом. Любопытнейших свойства. Да... Знаете, начинает бесить в какой-то момент. Серьезно. Оно, знаете, начинает гореть немножко. В какой-то момент ты начинаешь быть такой... Может быть, сыром? Нет, смешать нельзя, выкинуть тоже нельзя. В принципе, ладно. У нас, кстати, есть одна хилка, можно ее использовать. Берем патроны. Тут ничего взять больше нигде нельзя, печально. Как же я выйду из чертового дома? Черт возьми, этот подвал реально бесконечен. А, нет, 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 все, это вроде конец. Фу. У нас столько еды, пора разгружаться. Что я не знаю, как я выйду через этот коридор, потому что я не ходил же через него. Ладно, главный секрет. А, кстати, там дверь открыта. Сейчас, сейчас еще отсюда полезет. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, нет, не блокируй мне проход, сука. Держимся, мы держимся еще. Ну, может быть, на S мы и не набьем, но, черт возьми, побегали мы знатно. Сыр, пожалуй, сберегу. Да ща, минутку. Чувак, держись. Вернее, чувак, как тебя зовут? Джонни Бой буду тебя звать. Джонни Бай. Держись, пацан. Один пистолет. Из дробовика жизни не та. Посмотрим, там есть проход? Я не помню просто. Нет, нет, надо запомнить, что там красный замок. Мало? Иди покушай сало. Это не, это сейчас не оскорбление украинцев было, если что. Я люблю всех своих украинских зрителей. Я знаю вас много, как и казахов. Казахов тоже очень люблю. Все очень классные, сасные. Ну-ка, опа, оп, да сколько ж можно? Не-не-не, я не знаю, что-то вообще жестко. Жестко. Я не знаю, пятый раз или десятый или миллионный прохожу. Давайте отложим на этот раз. Все, я сдаюсь. Мне нужен перерыв. Тайм-аут 45 минут. Вернее, нет, я играл даже больше. Вы видели не все. Вы видели далеко не все. Всем спасибо за просмотр. Этого было достаточно. Но мы закончим, мы добьем, мы продолжим. Всем пока.